ж, доброго ранку. Продовжуємо. Я просто вже вмираю від запахів, тому що поруч зі мною запахи ванілі, кави і чудовий гість. Експерт з кави Валерій Самборський. Доброго ранку. Доброго ранку. Традиційно вже в нашій студії. Ну що, сьогодні ми будемо готувати. А, і ще я розкрию секрет, що перед тим, як я представляла гості, я сказала, що мене сьогодні буде чекати гастрономічне диво. Щось прям незвична кава. Блядь, бо я так звикну пити по понеділках смачну каву. Сьогодні буде мова йти про каву по-румунськи. Що це таке? Декілька слів від вас, будь ласка. Это очень интересный рецепт, который состоит из смеси двух, скажем так, кофейных зерен, да, то есть купаж кофе и какао-бобы. То есть, в принципе, да, похожие продукты, и их смесь, она дает очень интересный результат, а нам, как любителям кофе, позволяет каждый день дома пить какой-то новый интересный напиток, познавая культуру там разных стран, да. То есть мы этот кофе будем делать на основе купажа от компании Туркофе, потому что он нам подходит более всего. Он мелкомолотый и имеет уже изначально шоколадный оттенок. Вот. Добавляем щепотку ванилина, можно ванильный сахар, кто как больше любит, мне больше нравится ванилин. И для, ну, подчеркивания наиболее, ну, вот, там, вкусности этого напитка можно, да, можно добавить сливка. Ну, сливка — это уже мое изобретение, вам скажу честно. Кто можете попробовать, кому-то может быть больше понравится со сливкой, кому-то меньше со сливкой понравится. Ну, я предпочитаю это делать со сливкой, поэтому, дабы угостить Ирину, я буду делать это со сливкой, потому что я сегодня обещал ее удивить. Так, итак, ну что, я чекаю. Кофе мы уже засыпали в нашу чудо-турочку, да? Эволюционированную, как мы уже говорили. Засыпаем сахар. У нас 5 грамм сахара в стике. Нам надо чуть-чуть больше, чем 5. Берем 1,5 стика. Потому что мы добавим двойную порцию воды. То есть все четко, да? Да, у нас все рассчитано. У меня есть такая волшебная ложечка мерная. Берем какао. Добавляем какао. Примерно половина чайной ложечки. У вас, наверное, такой дома нету. Ложечки. Ну, у всех есть чайная ложечка, поэтому это с горочкой пол чайной ложечки. И добавляем щепотку, как пишут в рецепте, ванилина. Закрываем и нажимаем на функцию нашего аппарата, которая делает как на песке. Угу, і чекаємо, і так? І чекаємо. Ой, я вже не можу дочекатись. Ось Артур хоче запитання. Да, я сліжу внимательно, смотрю вот за тем, как вы готовите. Скажите, а почему именно кофе по-румынски? Есть ли какая-то этимология? Почему именно по-румынски называется этот рецепт? Ну, мне сложно сказать, почему именно по-румынски. Вот, вот так как-то во всех открытых источниках именно этот рецепт. Ну, быстрее всего, потому что, видимо, в Румынии изобрели и часто употребляют подобный вид кофе. Скорее за все, да? Ну, да, румынцы, как известно, любители кофе, возможно. И довольно незвично. Например, я могу зізнатися, что еще жодного разу не куштувала каву с ванилью, так? Поки мы чекаємо готуємось, я пропоную переглянути невеличкий сюжет про каву. Давайте продовжимо нашу кавову тему. Сьогодні ми поговоримо про особливості кави по-турецьки. Вона вражає різноманіттям смаку – від солодкого до гіркого та густого. Вообще, как бы, есть три варианта употребления кофе по-турецьки, да? То есть сильно сладкий, средне сладкий и, ну, практически без сахара, да? Хотя я лично предпочитаю, и вообще я считаю, что восточное, все восточное, в том числе и кофе турецкий, он наиболее вот играет именно с сахаром. Турецька кава є класичним рецептом, який простий у приготуванні, але вимагає великої уваги. Кава на піску до сих пір залишається улюбленим способом приготування у справжніх цінителів кави. Почему на песке? Потому что песок, он дает наиболее оптимальную температуру и не палит кофе, да, он его не пережигает. Именно из-за этого кофе становится такой мягкий, он томится, он не жарит, он не варится, он именно томится, да, то есть поднимается пенка, надо ее убрать, и так, ну, желательно 3 раза. Серед численних варіантів приготування кави по-східному дуже популярною є кава зі спеціями.
как и все восточно, добавляются разные специи. То есть на Востоке очень много специй, и некоторые из них даже названия, ну, как бы не в секрете держатся. Але взагалі східних рецептів приготування кави безліч. Это и с медом, и белый кофе, и мраморный, и с чесноком даже, и с кардамоном, и ванилью, ну и так далее. Кава по-східному подається в невеликих чашечках дуже гарячою, а ще обов'язково, щоб ця чашка з кавою була закритою. Турецкий кофе, он на выходе является не, ну, получается не меньше, чем 95-97 градусов. И очень важно, чтобы кофе сохранялся, ну, как можно дольше свою температуру. Это, ну, люди общаются, да, то есть люди, чтобы было время поговорить, там, даже покушать возможно, да, то есть обсудить какие-то вещи, и напиток не потерял, ну, свои вкусовые какие-то ценности. Зазвичай разом з кавою подається стакан холодної води та лукум. Более яркий напиток получается, когда человек его употребляет, и пополняет водный баланс в организме. Отож, рекомендуємо і вам спробувати цей чудовий турецький напій. Що ж, друзі, продовжуємо. Наша кава в самому процесі вже наливається. Я нагадую, що традиційно ми розігруємо ось такий мішечок з кавою, пакетичок. Дозвонітесь до нашої студії. Телефон 76-92-42. Слухайте питання від нашого Валерію та вигравайте. Дуже-дуже смачну каву, тож ми чекаємо. Але ви можете запитання вже озвучити прямо зараз. Вопрос для самих внимательних наших і преданих телезрителей, которые смотрели прошлый выпуск. Он звучит следующим образом. Кто придумал или изобрел пить кофе с лукумом, а впоследствии с молоком? Подсказка. Дам небольшую подсказку. Это очень известная персона и наша с вами... Ой, я уже проговорился. Соотечественница. Ну, я бы не сказал, что вы сильно проговорили. Ну, очень известная особа. Я думаю, кто смотрел прошлый сюжет, там все очень будет просто легко угадать. Я тебе відповідь знаю, бо я в самой суті того минулого сюжету була. Отож, будьте, хто був уважним, дозвоните 76-92-42. Ну що, Валерію, давайте кушувати. Да, я в нетерпении тоже вас удивить и вашу реакцию увидеть. Сейчас я немножко... Еще сделаю одну манипуляцию. А, так, вершки. Да. Это штрих от Валерия Самборского. Эксклюзивно, пожалуйста. Кофе прям тять, хоть бы еще не розлити зараз. Итак, шановні телеглядачі, я зараз куштую каву по-румунськи с кавою Туркофі, ванилью, какао и штрихом від Валерия. Куштую, Артур, заздрю. Ну, и как? Классно, я надо еще раз. Не распробовал. Дуже смачно. Правда, здивували. Здивували, так здивували. Такий, ну, присмак, ванілька дає свій аромат, какао таке густеньке, дуже смачно, але в нас є дзвіночок. Алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Як вас звуть? Ваше ім'я, будь ласка. Мене звати Ігор. Так. І я думаю, що це Роксолана. Вы прямо так одразу. Да. Ну, Игорь, вы совершенно правы. Это была Роксолана. Я вас поздравляю с тем, что вы получите наш приз. Так. Спасибо большое. Ну, а наших... Мешечек с кавою ваш. Да. Дозвонитесь до нас ще, будьте активними, все дуже просто. От просто так можна виграти каву, посмакувати її вдома, приготувати по-румунськи, буде вам щастя. Не треба нічого вигадувати. Отож, я продовжую пити, а що ми наступного разу будемо готувати? Може, ви трішки... Давайте, інтригу? Да, ми немножко видержимо інтригу, тому що в нас ще, як мінімум, 18 варіантів є, як удивити наших телезрителей, тому не будемо розкривати карти, але в следующий раз я открою... То есть не буду интриговать, мы еще раз будем разыгрывать подобный приз. Так что следите за нашими эфирами, смотрите наши выпуски и пейте наш кофе. Так, будем готовить каву, туркофе, справжній смак. И что-то будем открывать новое. Особливо мне подобається, когда вы до нас в гости заходите, я себе куштую смаки, такие дивовижні, и у меня от этого настрой на весь день. Это приятный бонус вашей профессии. Дякую. Бачиш, Артур, як... Кому-то бонус, а кому-то... Так, про що тобі заважає дома прийти і приготувати? От то, що ви так само зараз можете зробити. Валерій Самборський, експерт з кави, був у нас в гостях. Гарного вам ранку.